Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот серые гуси, весна ранняя, домашнее содержание, так скажем. Гуси едят травку. Сделан у них шланг, бросили, включили, воду набирается. Своеобразный водоем. В нем они нормально могут почистить свои крылья. Плюс для питания нормального им необходима вода нужна. Получается, шея слишком длинная, и чтобы нормально пища проходила, ее надо смачивать. Чем они и занимаются сейчас. Да, муляку они, конечно, разводят знатную, слов нет. Но про то это никаким образом на их, скажем так, здоровье, самочувствие отрицательно не влияет. Водичка есть, это очень хорошо. Сейчас наберется, они будут даже в ней плавать. Ну как плавать? Ходить. Травку едят с удовольствием. Первая трава, так скажем, пошла зелененькая. Они с радостью набрасываются на нее после долгого зимнего отсутствия зеленой травы. Вот, едят с удовольствием, выбирают все. Что я хочу сказать по поводу гусей? Гуси очень легко переносят мороз. Ну, как бы холодная погода их особо не беспокоит. Они себе делают, ну, в сарае, конечно, на ночь в сарай загоняли. Делают зимовку такую, ну, как, раскапывают там в соломе, везде, где только могут, место, усаживаются. Лапы, получается, у них не мерзнут. Ну, а перья, соответственно, согревают их очень хорошо при любой температуре. Да, проблема, конечно, с зелеными кормами по зиме, но про то на весну можно от них получить яйца. Нестись начинают конец зимы, начало весны. Несутся, в принципе, неплохо. Ну, наверное, в 2 дня яйцо, да? Где-то так получается. Яйца достаточно дорогостоящие. А если еще и проинкубировать утят, гусят, точнее, самим, то гусенок вообще, я даже не знаю, какая цена будет в этом году, но всегда гуси самые дорогие были. Есть смысл даже держать. Единственный недостаток, конечно, для, допустим, на один гусак идет на 2-3 гуски. Если вы хотите получить инкубационное яйцо на много гусаков. У нас так получилось, мы как бы для пробы взяли, высидели. Да пусть вы еще, уже вытекает. Ну вот, посмотрим. Я там делал видео закладки яиц. Посмотрим, вылупится что-нибудь с них или нет. Да, и, кстати, гуси в чем еще достоинство? Они спокойно гуляют сами, особо не боятся ни хищников, никакой опасности. Собак гоняют, котов гоняют, всех гоняют. И я так понимаю, молодые гусята как появятся, это стадо их будет водить с собой и защищать. Тоже не будет проблем, как с цыплятами. Бросил цыплят, наседка куда-нибудь как чухнула, все. Цыплята сами, наседка сами, все хорошо. Цыплят покрали вороны, коты, вороны, кто бы там ни был, ну, любые хищники. С гусями такое не пройдет. Они будут их не давать разбегаться гусятам. Достаточно хорошо привязаны к одному месту, ну, там, где живут. Вот тут заборчик у них за спинами их. Заборчик, это так сказано громко. Ограждение такое. И вот они, в принципе, при желании перепрыгивают на крыло, становится и 2 метра забор перепрыгивает так, не касаясь. За 2 раза махнули крыльями, уже улетели 150 метров. Ну, в любом случае, возвращаются назад. Вот это гусак, наверное, меня смотрит. Подозревает, что я... Гуска? Может, и гуска. Вот те, кто тут в калюжу залез, точно гусак вот этот. Ну, только гусак мог голову засунуть в муляку вот так. По самый гланд. Перебирают там что-то.
Ну, водоплавающий, да, водичка им нужна обязательно. На хоть какой-то водоемчик, ну, нет возможности реки у нас там, пруда, ну, хотя бы вот так вот яму выкопали, просто в земле. Водой там раз в день подливаешь с утра из колодца. Включили на 2-3 минуты, она набралась, нормально. Муляка, грязь есть, они балдеют ходят. Гребутся там, плавают. Гуси соседи. Да, ну вот, в принципе, все, что я хотел показать. Травку едят, в водичке купаются, все нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.